Гречневая каша с медом – питательное и полезное блюдо, понравится как взрослым, так и детям, быстро, вкусно и очень сытно, берите на заметку рецепт. Гречневая каша с медом – блюдо, не часто встречающееся в нашем рационе, зато какое полезное и вкусное. Такую кашу можно подавать как на завтрак, так и на обед, дополнив ее теплым травяным чаем или стаканом молока. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты для гречневой каши с медом. Гречку переберите и промойте в холодной воде, слейте жидкость. Вскипятите воду, добавьте щепотку соли и гречневую крупу. Варите гречку 20 минут, пока не впитается вся вода, гречка набухнет и станет мягкой, даже разварится. Выключите огонь, снимите кашу с плиты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. В теплую гречку добавьте мед и перемешайте кашу. Добавьте сливочное масло комнатной температуры, прикройте кастрюлю крышкой и дайте каше настояться еще 10 минут. Готовую сладкую гречневую кашу с медом перемешайте еще раз и подавайте к столу. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Гречка 200 грамм, вода 400 грамм, мед 1,5 чайных ложки, соль 1 щепотка, сливочное масло 40 грамм, количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Пока-пока!